Всем привет, сегодня будет обзор довольно современной стиральной машины Hot Point Ariston на 5,5 кг модель VMSF501. Начнем с лотка. Лоток у этой машинки открывается вот в бок, не как у остальных, прямо в бок. Начнем с лотка. Вот это для основной стирки, вот это для предварительной, вот это для кондиционера. Барабан. Барабан, загрузка 5,5 кг, перфорация бака здесь классическая. Бак современный, не как лопы, не как там у старых эндезитов. Сразу скажу о быстром замке. Вот, ребят, вот эта вот там белая штука стоит, она вот со временем может стереться. То есть где-то года через 2-3 эксплуатации этой стиралкой сотрется вот этот вот замок. А вот бывают такие случаи, провисает вот эта вот дверка, а как вот... Вот так возьмешь и хлопнешь, и все, этот замок улетает в корпус. Резинка фирменная, хотпоинтовская. Очень люблю такие манжетки. По программам пробежимся. Начнем с ежедневных. Удаление пятен, световой ткани. Хлопок предварительный, хлопок 60, хлопок 40, синтетика. Специальный антиаллергия, это уже фирменная программа Hotpoint Ariston. Детское белье, шерсть, деликатная стирка, быстрая стирка 60. Эко-стирка, хлопок, синтетика, быстрая стирка 30. Полоскание отжим плюс слив. Кнопка включения имеется, регулятор на ощупь приятный так-то, температура, отжим, отсрочка пуска. Блокировка кнопок, нажимаю вот с эти кнопки зажать, включается автоочистка. Здесь имеется датчик загрузки, автоочистка. Вот здесь все вот кнопки, даже старт. Всем спасибо за... Еще предупрежду по поводу ручки для пользователей Hotpoint Ariston. Не дергайте вот эту ручку, 1000 рублей стоит. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока и удачи.